Так, решил снять маленькое видео о том, как в холодильнике в Финляндии спокойно себе живут птички. А я тебе не показывала, как удочки плавают, там, где люди купаются. Их как-то надо убрать. Поближе сниму. И они себе спокойно живут. Ни о чем не думают, не беспокоятся. Но их отсюда надо как-то убрать. Потому что здесь надо просто плющит. Найти место вот здесь, вот на входе, вот недалеко, чтобы мама нашла. Иначе нам придется рубить муху комаров. И кормить их да. С ложечки. Как-то так они здесь устроились.